Комфортность подмосковных городов обсуждаем вместе. Англав муниципалитетов, депутатов и представителей областного правительства пригласили на специальный семинар в Люберце. Что взял на заметку Клинский район? Узнаете прямо сейчас. Когда-то неухоженный, а сегодня один из самых комфортных. Этот Люберецкий двор – образец современного благоустройства. Учтены все 6 условий. Детская площадка, мусорный евроконтейнер, освещение и озеленение, информационные щиты и удобная автостоянка. Кстати, дефицит парковок в Люберцах решают по-новому. Механизированный многоярусный паркинг легко вмещает 2 десятка автомобилей вместо прежних 6. Вот это сооружение, это многоярусный паркинг. Он рассчитан на 21 машину такого револьверного типа или такой конвейер. Это как мы решаем вопрос паркинга для автомобилей. Аварийно-восстановительная и коммунальная техника последнего поколения – мечта современных коммунальщиков. О возможности таких машин делегаты узнали на выставке. Гид – сам министр областного ЖКХ Евгений Храмушин. Вот эта вот машина по нашему техническому заданию разработан на Ковровском заводе военном, который делает боевую технику. Машина очень простая, надежная, вся гидравлика спрятана внутри, привод на колеса осуществляется цепным образом. От практики к теории перспективы уже за круглым столом обсуждали, в каком направлении развивать комфорт городской среды. Новые заметки появились в гаджетах у каждого участника семинара. Клинский район оценил идею многоярусных парковок. Если мы говорим о создании парковочных мест, то, наверное, как никогда лучше был показан тот пример многоярусной парковки, который на небольшой территории позволяет вместо 3 гаражей, извините, разместить 21 машиноместо. Это очень позитивный опыт, и я думаю, что мы возьмем его сейчас как эксперимент, попробуем, и если это получится, то действительно это станет практикой. Инициативность жителей стимулирует портал «Добродел». Именно их приглашают поучаствовать в программе благоустройства. Первый шаг – проголосовать на портале. Дворы, набравшие наибольшее количество голосов, будут дополнительно включены в программу благоустройства этого года. Елена Плеснина, Александр Сидей, Дмитрий Кириллов. Новости дня.